Совсем скоро в сети состоится премьера сериала «Тюремный дневник». По сюжету Марию Бутину приглашают учиться в США. Во время обучения Мария случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Бутин не успевает покинуть США. Ее арестовывают в тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию. Марии придется сделать главный выбор в своей жизни между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью. Главные роли в картине исполнили Мария Лопатина, Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина, Полина Сидихина, Максим Дахненко, Роман Агеев, Дмитрий Лавров, Игорь Батвин, Анна Королева и другие. Премьера сериала «Тюремный дневник» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.